Проект «Станиславский метод» благодаря представительству Россотрудничества в эти дни в Бресте. Несколько десятков желающих, артисты, студенты пришли на площадку Академического театра драмы, чтобы больше узнать о методиках подготовки специалистов-драматургов в России, поучаствовать в мастер-классах. Центральный спикер в Бресте – Екатерина Гранитова-Лавровская, театральный режиссер, преподаватель дисциплины «Мастерство актера и режиссура» ГИТИС. Каждый театр, в который мы приезжаем, каждый актер, они со своей психофизикой, со своим взглядом на жизнь, с своим опытом. И если удастся этим опытом обменяться и чем-то дать какую-то еще, может быть, ну что ли, вдохновить еще на какие-то новые свершения, на какой-то новый разворот взгляда на профессию, это было бы очень интересно и здорово. Этот проект проходит по инициативе Россотрудничества, Федерального агентства по делам соотечественников Российской Федерации, город Москва. Проект нацелен, конечно, в первую очередь на продвижение взаимодействия между театрами, театральными труппами. Знаменитая станиславская «Не верю» воплотилась в формате проведения занятий. Большая часть упражнений направлена на развитие личностных качеств каждого артиста как самостоятельной единицы. Задача педагога – максимально раскрепостить актера, научить его взаимодействовать со своим телом. Ведь только так можно выстроить созданный режиссером образ, проникнуться его душевными переживаниями и эмоциями. Впереди еще три насыщенных учебных дня. Но каких? Каждый из них откроет брестским артистам новый взгляд на их творчество и работу. Да, они уже профессионалы своего дела, но только тот, кто системно учится, ищет новую информацию, развивается, может достигнуть самых больших высот, подкупив зрителя своей самобытностью и состоятельностью.